все чаще и чаще наше общение сводится к общению в социальных сетях. Как бы мы ни любили живое общение, но, как правило, это какие-то вопросы рабочие или вопросы по учебе. Нам стало интересно, а красноярцы больше предпочитают живое общение или в социальных сетях? А вы предпочитаете больше живое общение или общение в соцсетях? Живое. И получается больше общаться, чем в соцсетях? Да. По-разному. А чаще получается как? В соцсетях. А хотелось бы живое? Конечно. Живое общение предпочитаю. Когда настроена на живое общение, я готова поговорить с человеком. А если у меня плохое настроение, то скорее мне будет лучше пообщаться в соцсетях. Из-за того, что мне страшно общаться вживую, поэтому я предпочитаю в соцсетях. А почему страшно? Вот так ошибки прошлого. Конечно, живое, но сейчас такой темп жизни, что не всегда получается общаться вживую. У меня, например, по разным городам совершенно раскиданы друзья, и приходится вообще очень часто общаться в соцсетях. Испекли рекордный блин на ВДНХ. Да, у меня друзья работают декораторами и блинопеками. Очень было круто. Пораньше, почаще бы так получалось, но вообще обычно в соцсети. Вот это я понимаю, качественное живое общение, еще и вкусное. И то, и то. А чаще где получается? Наверное, в соцсетях все-таки. Живое, конечно. И получается? Вполне себе. Пожалуйста. Прекрасные дамы, очень красивые, пожалуйста, поговорите со мной. Давайте, здравствуйте. Здравствуйте. Живое общение или общение в соцсетях? Предпочитаю живое общение. Получается чаще? Чаще. Правда? Правда. Ой, как я вам завидую.